And his opponent across the ring in this main event, Dimitri Beavall! Championship of the world. Expected by Мама Канаяс at all times. Ну, эти правила вам все хорошо известны. 12 раундовый бой, который, конечно, прошел уже. Действительно, был очень хорош. У него также поражение от Бернарда Хопкинса. Большинством голосов заканчивает свою карьеру. Но потом вот решил, выиграл у одного новичка, у Босса. Ну и вот решил выйти на сегодняшний день из соперников у Дмитрия Бивола. Но их никого не осталось. У каждого свой бой. И соперников серьезнее, посильнее Паскаля. По взвешиванию сейчас станции. Прекрасная реакция. Перед тем он у него была же. Выиграл по очкам. Все 12 лет, что вот, было. Начал терять удары. Красавчик! Dans des combinaisons plus courtes en début de combat, c'est un peu trop tendu, c'est normal. Alright, la glace est brisée, mais reste. Все это подтверждает их совместно. Немножко строк говорить о том, что у своего соперника. И вы знаете, настоящие любители бокса, тонкие цены, не всегда предпочитают нокаутеров, которые выходят и сносятся за этими шахматами в квадрате ринга. Дают гораздо. Очень надеется на свой удар. Это, конечно, его решающий козырь. Что-что, надо подготовить. Удар надо донести до цели. Постоянно сбивает с прицела соперника. Да, вы видите, полный контроль со стороны. Еще раз хочется подчеркнуть, вот этот очень успешный. Кстати, Мощанов ведь тренирует, и Сергея Кузьмина с ним работали еще в Лиге. За вот эти три раунда ни одной удачной атаки. Это просто великолепно. Такие моменты надо исключать. Выдернуть на себя, ну вот. Наверное, входит в ближнюю дистанцию. Попытка ударить по полу. Но это не важно. Раунд все равно. А 10-8 или 10-9. Защиты своей. Потому что надо приучать к себе, не прибивая. Но посмотрите. Ноль. Соперник эти прямые. Пытается что-то сделать в атаку, тут же нарывается. И как раунд подходит к концу. Чем он доволен? Доволен всем, что делает. Но сделаем. Работает спокойно. Темп, который, да,
Ну, этого нельзя делать. Просто. Они все откуда. Ну ладно, это мелочи. Смотрите. Замечательно. Соперника. Их отличный опыт. Ну, сейчас Дмитрий пропустил. Вот это, пожалуй, единственный удар, который удался. И он рискует. Он рискует, он пошел вперед, выбрасывает мощнейший лысо. Зал почувствовал, что может быть, если можно так сказать, опустить такое болельщическое выражение. Но Дмитрий тут же отвечает. И вот чем все заканчивается. Снова вспышка Паскаля. Забрать этот раунд. Ну, может, судья. И вы видите, да, чем вот эти вспышки Паскаля. Ну, составит немножко тяжело дышит. Попытка украсть концовку со стороны Паскаля. Может, судья забить. Расскажу. Здорово поставил сейчас. Дима прибил. Контратаки. Разбивает. Все попытки Паскаля. Замечательно. И он советует своим подопечным. Самое главное. На высочайшем уровне у него боев ни одной серьезной травмы. Особенно там вообще для любого человека. Вот снова эта попытка Паскаля сделать в этом бою. Ну вот немножко. Сейчас какой раунд? Отдохнул, молодец. 10-й раунд. Говорит мужчина. Трудно сказать, что они таковые, потому что Дмитрий уже не ну, может быть, он два раунда отдадут для визбой Паскаля. Ну, вот так вот. Все из Дмитрия осталось. Он чуть-чуть отдохнул в предыдущем раунде в серии. Паскаля, конечно, но все равно там удары, которые большей частью в голову приходились. Но, посмотрите, Паскаль. Вот. Вспомнил молодость. Для Дмитрия, как мне показалось. Все становится интереснее. Посмотрите. За блоком опущенные локти. Здесь можно будет абсолютно сойти с судьями, если они отдадут. Сейчас рационально. Выпад Паскаля. Ну это так вообще. Такие теоретические выпады. Убедительно. Ну что ж, наверное, Паскалю. Я не знаю, конечно, это было его или менеджера. Но, наверное, этим поединком, что он прошел всю дистанцию, он выдержал, был чемпионом. А просто выходить, что говорил ему тренер, тренер был очень доволен. WBA Light Heavyweight Champion of the World, Dmitry Bivol! И дальше надо объединять титулы, еще раз повторю. Удачи Дмитрию. Замечательный бой. Думаю, выполнил.